Христос, истинный Бог наш, молитвен причистится, Матери всех святых, помилуй ты, спаси от нас, яко благ и человека любит. Господи, помилуй. Беседа святителя Иоанна Златоуста. Итак, пока есть время, поспешим пред лицо его с исповеданием, чтобы тогда увидеть нам это лицо кротким и светом, и чтобы избежать тех грозных сил. Разве здесь ты не видишь воинов, состоящих в распоряжении начальников, как они волокут, как связывают, как бичуют, как разрывают бока, как употребляют факелы для пыток? Но все это легкие игрушки и смех сравнительно с теми муками. Но пусть нам не придется узнать когда-нибудь это на опыте, пусть эти ужасы ограничатся для нас словами, чтобы нам не быть преданными тем мукам, но здесь образумиться. Сколько мы тогда наскажем обвинений на самих себя, сколько создадим воплей, сколько жалоб, но ничто в конце концов не поможет. Нужно все говорить и делать, пока остается надежда на исправление. А когда нет уже ничего в нашей власти, когда все погибло, попусту все говорится и совершается. Вот иудеи тогда говорили: «Благословен грядущий во имя Господне» – Иоанна 12 глава. Но не могли воспользоваться этим возгласом для избавления от наказания, потому что не сказали, когда нужно было сказать. Поэтому, чтобы и нам не потерпеть того же, совершим в себе перемену еще здесь и постараемся войти в то успокоение, как сказал апостол. А действительно, там это успокоение, откуда убежали болезни, печали, воздыхания, где нет ни забот, ни трудов, ни борьбы, ни страха, потрясающего и смущающего душу. Есть один только страх Божий, исполненный услады. Не желаете ли, я вам представлю некоторый образ тамошнего покоя? Это невозможно. А все же, насколько в силах, попытаюсь дать вам некоторый образ. Взглянем на небо, когда не затемненное никаким облаком, оно являет свой венец. Потом, употребив много времени на созерцание его красоты, подумаем, что и мы будем иметь седалище. И не такое только, но настолько красивее, насколько золотая крыша превосходнее глиняной. А за этой крышей есть другие повыше, и потом ангелы, архангелы, бесконечные лики бесплотных сил, самый чертог Божий, престол Отчий. Но как я сказал, слово не в состоянии все выразить, нужен опыт и знание, получаемое из опыта. Аминь.